Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня мы покажем, как распознать профессиональную CRM-систему. Чем разнообразнее у программы набор используемых в таблице полей ввода, тем она профессиональней. Что такое поля ввода? Это окошечки, в которые пользователь вводит информацию. Например, хотим добавить нового клиента. Его имя мы вводим в простое строковое поле ввода. А бывает поле с выпадающим списком, которое сильно ускоряет работу человека, так как значения не требуется вводить с клавиатуры. Какие-то списки фиксированные. Например, если руководитель настроил несколько прайс-листов, менеджер сможет только выбрать из числа предложенных. А вот категорию для клиента есть возможность не только выбрать, но и придумать новую. Также есть поля, где ставятся галочки, указываются ссылки, отмечается рейтинг в виде количества звезд, открывается карта для выбора координат, выпадают многострочные текстовые поля, чтобы вместились все ваши заметки. Графические поля для загрузки фотографий клиента позволяют как выбрать файл, так и работать с веб-камерой. А вы обращали внимание на то, насколько ваша система учета богата на разного вида контролы? Мы специально не стали перечислять весь поддерживаемый список. Ставьте лайк! Подписывайтесь и следите за всем самым интересным из мира информационных технологий. До новых встреч!